поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кей Румец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Ну, еще пока не отправился. Короче, будет интересная тусовка. Пришел подарок для тех, кто прошел игру 4 раза или 5, я уж не помню сколько. 500 очков с помощью консоли себе накинул. Думаю, нафиг качать эту всю фигню по 1000 раз. Прокачаю все скиллы и попробую все. Потому что за время прокачки, когда я играл, всегда качал через алхимию, начинал. Но это самый долгий способ. Ни урона не добавляется, ничего. Но зато какие-то плюшки от алхимии добавляются. Там интоксикация. Акси качал для диалога чисто из магических знаков. Вроде как при первом прохождении я щит брал. До активного щита бегал. Из быстрых атак качал тяжелые. Тяжелый, по-моему, не качал. Легкость ног вроде качал, бессмертие. Ну и сейчас просто вкинуть охота все навыки, во все скиллы. И просто потыкать, поменять их местами, посмотреть, как что работает. И с консоли, думаю, пока еще другое больше не использую. Всегда через быстрый метаболизм играл. Это для тех, кто зельями закидывается во время боя и использует этот освежающий напиток, ну как хилку. Если его не брать, то нужно играть через вроде как здесь там про это зелье. А, ну вот, то есть эффекты зелий не исчезают, если интоксикация не упадет до 70. То есть интоксикацию держим на высоком уровне, но минус тут такой, что она спадает медленно.
Ну тоже можно через это поиграть, то есть кучу зелий подавешать. Ну что то, что это, здесь через метаболизм круче, чем тем, что ты пьешь сколько хочешь, оно у тебя сразу спадает, все. И тот же эффект, просто кучу бутылок выпиваешь, все эффекты также висят, они надолго не нужны. Ну, эти побочные эффекты никто, наверное, никогда и не брал. Разве что ради прикола. Прикольная штука, кстати. Thank you.
Чи! Хвороба какая-то меня пробрала. Чего это? Это не баронские люди. А ну что? Чего ты тут ищешь? Живой души привет. У тебя с рожей. У тебя сегодня плохой день. Идем? Хоть взгляну, наконец, на этого таинственного эльфа. Интересно, как вы двое поладите. Я его не в кумовья приглашаю, я только спрошу его о Цири. Давай же! Гвеллаглан!
Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Ну, полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор. Что? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. Где сейчас Кейра? Скажи, что умеешь. Thank you.
Кейра! Geralt!
что-нибудь, они выползают из этих нор! Используй знак или бомбу, ну что-нибудь! Успокойся, это же просто крысы! Ненавижу, фу, крысы! Убери их! Боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи. Навигаторы. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я рисковать больше не стану. Идем, охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно! Я должен понять, зачем здесь дикая охота. Мы собирались навести эльфского чародея, а не драться с дикой охотой. Если они доберутся до него первыми, у нас уже не будет шанса с ним поговорить, кроме того. Ладно, делай как знаешь. Постой, постой. А что ты так привязался к охоте? Может, дело в Цири? Ты ведь не все мне рассказал, так? Идем со мной, и я расскажу. Может быть. Ты всегда такой? Я начинаю сочувствовать Трис и Йен. Ну да ладно. Пошли. Гвеллатлан! Она любит. Эвитая, Лорена Люнет. Это он! Это эльф! Арвех Твагладев. Что это было? Иллюзия? Нет. Морфопроекция. Какая проекция? Нечто вроде почтового ящика для чародеев. Куда надежнее обычного письма, которое может перехватить кто угодно. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, но простенькая. Меч Цири носит имя Зираэль, ласточка. Простенькая? Кто кроме тебя может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Похоже, это древняя эльфская пристань.
Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Осторожно. Эти маслянистые желтые испарения ядовитые. Не надо меня учить. Если ты прочёт, я узнаю. Весемир рассказывал, что когда научился... Пошел тренироваться на этих грибах. Скверная идея. И как? Ну как, выжил. Молодых ведьмаках рано заживают быстро. Пойдем. Не думай, что я буду с тобой плескаться. Я лучше здесь помогу. Thank you.
Как вода? Очень освежает. Ты зря не окунулась. Ласточка. Значит, мы идем правильно. Смотри, он очень похож на тот столб с проекцией. Зирейн, Лифорда Солешер Эн. Зирейн, Лифорда Солешер Эн. Айн Сили Кельпи. Кельпи? Это какой-то морской монстр? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм, хорошее имя для лошади. Так что, попробуем найти? Гвеллаглан! Силуэт охотничьей собаки. Ничего общего с Кельпи. Обязательно хватать все подряд. Интересно, что это означает? Геральт, все в порядке? Допустим. Рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. Еще лошадь, почти такая же. Посмотрим. Геральт, не знаю, что ты сделал, но все получилось. Возвращайся. Смотри, они открываются! Ну, вперед! Так, я думала, ты торопишься. Кажется, это ласточка. Идем. Думаешь, это безопасно? Конечно.
Эльфский чародей готовил этот проход для Цири. Ну, иди. Вялаглан! Ужасно тихо. Это плохо? Похоже на затишье перед бурей. Не нравится мне это. Что мы справимся. Да? Могла бы предупредить. Не стоит пренебрегать моей интуицией. Например, в твоем отношении у меня очень хорошие предчувствия. Во многих смыслах. Что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Нет. Прости, меня занесло. Я иногда забываю, что мы не настолько близко знакомы, чтобы разговаривать о личном. Не огорчайся, мы на правильном пути.
Снова какие-то предчувствия? Еще какие! Что, драться расхотелось? Зараза! Там телепорт. Надо активировать его побыстрее. У меня такое ощущение, что нас ждет следующий голем. Еще ласточка. О, получилось! Идем. О, мы на другой стороне моста. Здесь и была дикая охота. Отлично. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Велоатлан! Это дело рук дикой охоты. Они уничтожили стражу-чародея. Значит, они сюда не в гости приходили. А ты сомневалась? Их заморозили они и сделать ничего не успели. Шара! Эсэйзэ! Товар Дойне. Милин Нихамар. Рен! Чародей дикой охоты. Ты сумеешь закрыть щели, из которых он выходит? Слишком далеко. К ним сначала подойти надо.
попробую вызвать Бурун Деметий Крест. Держись ближе! Тариана Ной! Готово! Держись поближе! Вайнекалар! Их нужно закрыть! Не сходи! Я сама! Прикрывай меня! Потратила слишком много силы. Если ты не сможешь идти... Не бросай меня здесь. Я этого ни за что не сделаю. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю, знаю. Нужно идти. Они заблокировали проход. Может, я попробую... Предоставь это мне.
пойдем. Может, мы их еще догоним. Спасибо за помощь, очень кстати. Хорошо, что я пошла с тобой. Ты бы без меня не справился, а? Ну, признайся. Один я бы в жизни здесь не прошел. Он ждет нас. Упрямый, Тхойна. Геральт, я помогу. Отойди. Хватит мной командовать. Интересно, насколько сильно. Надо за меня бояться. Давай осмотримся.
Похоже, это лаборатория нашего эльфа. Посмотрим сообщение. Зираэль, здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топей. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. Где мы в последний раз были вместе? Не слишком-то много. Может, и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе.